Добрый день, меня зовут Чернов Александр, я менеджер отдела продаж автоцентра Ford компании Альфа-Гарант. Сегодня я расскажу вам о самом популярном в России автомобиле марки Ford. Конечно же, речь пойдет о модели Focus. Focus воплощает в себе эволюцию кинетического дизайна Ford. В отличие от дорестайлинговой модели, новый автомобиль получил более вытянутые вдоль кузова фары, противотуманные фары прямоугольной формы, новая трапециевидная решетка радиатора, а также более узкие задние фонари и измененный дизайн двери багажника. Использование узких горизонтальных элементов придает автомобилю более спортивный, современный и динамичный внешний вид. Неизменно Focus остается самым оснащенным и технологичным автомобилем в своем классе. Целых 18 новых и усовершенствованных технологий появилось в рестайлинговой модели. О некоторых хочется рассказать поподробнее. Усовершенствованная система помощи при парковке. Теперь автомобиль сам паркуется не только параллельно, но и перпендикулярно, а также помогает выехать с параллельной парковки, когда, например, в час пик машины стоят очень плотно. Появилась усовершенствованная система мониторинга слепых зон, система предупреждения о движении транспорта в поперечном направлении. Более современным и премиальным стал и дизайн салона. Появился новый трехспицевый руль, новый дизайн климатической системы и центральной консоли. При этом стало больше места для правой ноги водителя. Подлокотник теперь регулируется по вылету. Ну и, конечно, в центральной консоли новейшая мультимедийная система SYNC с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, Bluetooth, голосовым управлением на русском языке и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Focus теперь еще лучше адаптирован к нашим российским условиям. В нем есть и традиционный зимний пакет с подогревом лобового стекла и форсунок омывателей, к которому добавился еще и подогрев руля по всему периметру. Также увеличился дорожный просвет, по минимальной точке он составляет 167 мм, а по переднему и заднему бамперу более 200 мм, что позволяет спокойно парковаться, не боясь бордюров, и передвигаться даже по самым плохим дорогам и нечищенным дворам. Линейка двигателей у Focus представлена проверенными и надежными атмосферниками DuraTec объемом 1,6 литра и мощностью от 85 до 125 лошадиных сил и высокотехнологичным мощным двигателем EcoBoost. Его объем 1,5 литра, мощность 150 лошадиных сил и крутящий момент 240 ньютон-метров. Он работает в паре с шестиступенчатым классическим автоматом. Разгонная динамика его составляет 9,2 секунды до 100 км в час, а максимальная скорость 210 км в час. Ford Focus был и является мировым и российским бестселлером. Уже в этом году Focus получил национальную премию «Автомобиль года 2018». И, конечно же, автомобили Ford Focus есть в нашем автосалоне «Альфа-Гарант» на Героев Хасана 105Б. Приезжайте к нам в автоцентр и станьте обладателем самого популярного автомобиля в России марки Ford.